Приветствую, амигос, и тех, кто не подписан, тех, кто слаб на пердачок, да на головку, дурачок, кто в комментах мне срать гораздо, но по жизни Борька Моисеев. Дело в том, что я просто разбанил всех тех, кого перебанил за первое видео по этой игре. Пусть поглядят, посмотрят, на пердачках-то полетают, а потом снова обратно и забаню. Впрочем, честно говоря, сегодня буду хвалить. Конкретно буду арту хвалить. Потому что вот первую пока себе только вкачал. Сразу говорю, играл пока только на первой. Но уже много чего интересного заметил, офигенного приметил. И сейчас все покажу. Интересно будет не только тем, кто любил на арте понагибать World of Tanks, но и тем, кто арту эту самую ненавидел, потому что здесь, у этой игры, взгляд на арту совершенно другой. Во-первых, арты здесь очень-очень много в очереди, но это не потому, что арта такая мощная на самом деле, а потому что на ней просто охренеть, как интересно и прикольно играть. Вот посмотрите, у топовой на данный момент машины урон в минуту 1500, урон разовый 414. Неважно даже средний это показатель дамага или нет, важно, что у танка он выше. Причем намного. По сути, по дамагу в минуту арта здесь проигрывает вообще всем. Видимо, разработчики решили, что для арты достаточно уже того, что она стреляет через всю карту. Это уже сам по себе довольно классный бонус. Кстати, вот армату в игру вводят, пока нет никаких характеристик, нельзя даже камеру вокруг покрутить, как я понимаю. Просто обозначили уже то, что этот танк в игре будет. Но сейчас не об этом, сейчас об арте. В общем, несмотря на то, что я всю жизнь был ненавистником арты в картохе, здесь я арту полюбил, ну, просто с первого взгляда. Вернее, даже с первого вида, который здесь в прицеле. Смотрите, какой офигительный обзор запилил Obsidian Games в эту игру. Смотрите, как все классно и детально видно. Просто как будто вид с беспилотника. Не знаю, если в картофельных танках вид с арты туп сверху, то здесь VDR очень-очень классный. Прям вообще смотреть в него одно удовольствие, а не то, что воевать с таким видом. Просто смотреть. И даже когда тут играешь на танке, поверьте, арта вообще ни капли не бесит. И дело даже не в том, что у нее нету ваншотов и дамага. А в том, что большую часть времени зачастую арта занимается тем, что отстреливает вражескую артиллерию. И не по убогим трассерам, как сами знаете где. Дело в том, что после выстрела позиция арты на миникарте демаскируется. То есть вражеская арта видит, откуда был произведен выстрел. И просто находит камеры, где вы стоите, и может выстрелить по вам. В свою очередь о том, что вражеская арта сделала выстрел, и теперь ее позиция на карте известна, вас информирует большой красный кружок на миникарте. В сопровождении звукового сигнала на случай, если у вас какие-то проблемы с замечанием больших красных кружков на миникарте. Несмотря на то, что дамаг у арты, как у воробушка, сплэш у нее при этом очень даже не кислый. И если на приеме у окулиста вы видите какие-то буквы, кроме Ш и Б, то попасть по движущемуся противнику с другого конца карты задача вполне реальная. Да, от сплэша он может и не загнется, но здоровье после этого у него будет уже не то. Это не считая того, что те, кто не играл в World of Tanks, вообще, видимо, не в курсе, что после выстрела надо куда-то с места отъезжать. Впрочем, хватает и тех, кто играл в World of Tanks, но Алекс для него не только ник, но еще и диагноз, и он упорно продолжает стоять на месте. По крайней мере сейчас, на второй день открытого бета-теста, таких печенек в боях попадается ну очень много. Враг уничтожен! Короче, здесь тема «одной рукой тащу артой, а второй яйца чухаю» не прокатит. Любишь яйца почухать, люби и снаряды понюхать. Но, в общем, после каждого выстрела здесь надо не то, что отъезжать, как в картошке, здесь надо вообще уезжать, потому что после разрядки в ответку летят вражеские снарядки. Причем по многу. Вот, смотрите, опа, звук. И вот она, видели, ехала. Где-то тут сейчас она проезжает. Стреляем. Попадание, 90 дамага, вот написано на экране, прямо над стволом. Ждем, когда выстрелит еще раз. И я у них на экране точно так же, собственно, демаскирован. Теперь точно так же, как кто-то из них палит меня, все мои выстрелы. Не будешь стрелять, тебя не будут видеть. Но кому нужна нестреляющая арта в бою? Вот видите, опять. То есть охотники за артой... Пусть сюда бегут гурьбой. Есть такие любители варгейминги World of Tanks палить трассеры, да, стрелять по трассерам. Там даже выражение такое есть. То есть видно, да, как снаряд вылетает из пустоты.
и стреляют как бы в конец этого луча, то есть начало, да, чтобы убить вражескую арту. Здесь никаких трассеров. Ну, здесь трассеры есть, но они просто не нужны. Потому что арта видна на карте, несмотря на то, что, ну, игра не свихнулась на этой глобальной тематике засветки. А почему-то у нас тут, ну, в этой игре пока что кустодрочеров, ну, просто невероятное количество. Кустодрочеров уже здесь на второй день открытого бета-теста больше, чем в картошке, блин, накопилось за 6 лет работы. Ну, просто вот все хотят в кустах стоять, никто никуда не хочет ехать. Арта здесь не то, что... Арта здесь вообще не ваншотит. Даже прямыми попаданиями с пробитием я даже другую арту вражескую не могу сваншотить. Настолько мало дамага она наносит. То есть на арту абсолютно никто не будет ныть. Если вы считали, что арта — это один из ключевых недостатков World of Tanks, да, и я так считал, и друзья мои так считали, ну, поймите меня правильно, ничего личного, просто я качал немецкие ПТ в начале игры, когда фугасные снаряды ваншотили все живое, так что я был неоднократно изнасилован фугасом особо крупного калибра. Ну, все, кто играл, тот знает, тот помнит, сколько дамага у картохи наносила арта. Это была просто безумная техника, это было безумно нагибучее оружие. И при этом абсолютная простота в игре. То есть одна кнопочная, абсолютно машина имба-нагиба. Знаю, что найдется обязательно какой-нибудь артовод в комментах, который будет писать про то, как сложно играть на арте. Что там для этого надо знать, что там для этого надо уметь. Дойдет до того, что там чуть ли не поправку на ветер надо делать. Типа ему с другого конца снаряда-то виднее. Но это уже спор о том, что сложнее, стрелять из арты или от нее прятаться. Пропускают ко мне эту БТР-ку. БТР-ка со мной разделаться очень быстро. Вот потому что вот этот Дождь 83, он, наверное, на батькином аккаунте играет. Какой он в баню 83? Если он ничего мне не придумал, кроме как в кустах стоять здесь, я не знаю, не знаю. Вот, и таких товарищей сейчас в этой игре, ну, просто очень много. Пока что игра, честно, неиграбельная. Пока что самые сливки общества из World of Tanks пришли, и играть практически из-за этого невозможно. Все стоят в кустах, никто ничего не хочет ехать никуда, то есть бои какие-то долгие, нудные. На арте поэтому самый смак играть. Все видишь, все стреляешь, но единственное, что очередь на арту очень большая, но я ставку уже должен был здесь сделать. Упакуюсь-ка я сюда. Собственно, когда на арте стоит отъехать, тоже можно понять по красным кружкам на миникарте. Видишь, что красный кружок у их арты загорелся, значит, она выстрелила. И вполне возможно, что снаряд летит именно в тебя. Имеет смысл немножечко хотя бы, но отъехать в стороночку. Иначе по головушке получишь чемоданчиком, собственно говоря-то. Не фатально, возможно, но огребешь. Плюс, опять же, портятся модули. Вот мне постоянно вываливается список поврежденных модулей, которые я выстрелом врагу повредил, но что-то воевать это им не мешает. Вот чувак с поврежденным баком, допустим, стоит. Ну и что? Если я ему еще раз его поврежу, не факт, что он загорится. Но все знают, давно уже известная тема, что у каждого модуля есть свои собственные жизни, свое собственное здоровье. И, видимо, что здесь арта даже модули как-то хиленько выносит по сравнению с картохой. Ну вот, приехали уже и по мою задницу. От этого чувака, я так понимаю, мы уже не отобьемся. А, нет, смотри, замочили. Замочили. Молодцы. Одобряю. Только поздно. Наверняка уже арта какая-нибудь сюда сейчас шатанет. Ой, как башню. Вот был выстрел из арты. Кстати, это было отличное прямое попадание, которое сняло мне всего-то половину здоровья. Нет, ну больше половины здоровья. Наверное, даже что-то около 2/3 здоровья сняло. Но в то же время в картохе такое попадание арту бы сваншотило 100%. Ну блин, ну чуть-чуть не добил. Ну хоть бы он загорелся, что ли. Победа добыта моими мозолистыми руками в этом бою. Кстати, хрен в томате, забыл, что у арты-то здесь есть снаряды дымовые, чтоб танки-то свои на поле боя поддерживать, а это вообще ноу-хау, это новое слово в науке и технике.
возможность стрелять дымовым снарядом, устраивая на поле боя для своих союзников дымовые завесы, делает игру на арте в два раза интереснее, на мой взгляд, потому что, ну, во-первых, потому что раньше такого нигде никогда не было. Во-вторых, потому что наличие пряморукой арты в команде теперь позволит эффективнее развивать атаку на разных направлениях. То есть стоят танки на углу друг к другу, не могут выехать. Кинул туда дымовую завесу, кто-нибудь кого-нибудь там, глядишь, в дыму и передолбит. Не знаю, дают ли здесь за дымовые завесы хоть сколько-нибудь опыта, но мне кажется, что умелое их использование может принести команде победу, а это более важно. Таким образом, арта теперь не только накидыватель дамага за камушки, но еще и саппорт. Как бы это парадоксально ни звучало. Видишь, что враги супостаты где-то союзника толпой зажали? Накидывай туда дыма, глядишь, ему поможет. К тому же, смена уже заряженного в ствол снаряда производится быстрее, чем полная перезарядка после выстрела. Это опять-таки разрабы молодцы продумали, и плевать на то, что нереалистично. Найдутся же те, кто скажет, что ну это нереалистично, старый снаряд надо вытащить, новый вставить, и того время в два раза дольше должно быть. Было бы так, никто бы этой функцией не пользовался. Здесь основной упор идет на то, чтобы люди играли, в полной мере используя все плюхи своей техники. Подводя итог, на мой взгляд, артиллерия — это первое, что полностью не скопировано с World of Tanks, а сделано на порядок лучше. Играть на арте здорово, играть на арте интересно, но больше двух САУ в команду, как я понял, не пускает. Поэтому любителям арты придется постоять немножко в очереди. Как видите, даже я со своими не самыми прямыми в мире руками и не самым большим опытом игры на САУ умудряюсь неплохо накидывать дамага за бой. Так что и вы, если интересно, можете смело попробовать. Первая арта будет разблокирована для покупки после 50 боев на технике одного из поставщиков. На мой взгляд, это довольно странная система разблокировки, ну да ладно, на этом у меня все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.